Печальная весть пришла у Васильевой час назад узнали. Изменился даже голос, резко сдавшую Татьяну Васильеву не узнать артистка удостоилась нелестного сравнения. Когда-то Татьяна Васильева стояла в ряду первых красавиц отечественного кинематографа, Теперь же выяснилось, что 75-летнюю актрису, как и многих ее коллег, по цеху настигла весьма незавидная участь. Если раньше внешность артистки восхищала ее преданных поклонников, то теперь большинство из них даже не узнают своего кумира. Недавно Васильева засветилась на съемочной площадке одного из популярных телевизионных шоу. Увидев знаменитость, интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что она резко сдала. По мнению многих, звезда экрана сильно изменилась и даже говорить начала по-другому. В результате Васильеву не удалось избежать сравнений, некоторые из которых лесными уж точно не назовешь. Я думала, это проклова. На панина похожа, пишут в адрес Татьяны Григорьевны интернет-пользователи. Знаменитость не скрывает, что последние события сильно испортили ей жизнь ведь теперь она не может беспрепятственно ездить в Европу. 75-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева никогда не считала нужным контролировать свои расходы. Знаменитость не скрывала, что она хорошо зарабатывает и может позволить себе практически любые траты. Однако все изменилось, когда Татьяна Григорьевна решила отдохнуть и стала меньше работать в театре. Пенсию в 60 тысяч рублей звезда посчитала ничтожной, регулярно жалуясь на безденежье. Однако раньше Васильева по крайней мере могла хотя бы немного скрасить свое существование, поехав на роскошную виллу в Италии. Артистка приобрела объект недвижимости в 40 километрах от Рима 6 лет назад. Вот только с тех пор, как известно, ситуация в мире несколько изменилась. Вначале пришла пандемия, а потом разразился конфликт сопредельном государстве. Увы, сейчас россиянам очень сложно получить не то что вид на жительство, но и даже простую туристическую визу в Европу. Кроме того, у России больше нет прямого авиасообщения с Италией. Жертвой всех этих обстоятельств и стала Татьяна Григорьевна. В интервью журналистам программы «Ты не поверишь» на канале НТВ Васильева призналась, что вот уже на протяжении долгого времени она не может приехать в свой загородный особняк, однако ей все равно приходится ежемесячно перечислять деньги на охрану. Сейчас актриса платит 500 евро, около 31 тысячи рублей. Разумеется, это не может не расстраивать звезду. Платишь и не живешь, вот за что. Обидно, разводит руками Татьяна Григорьевна. Васильева, впрочем, не теряет надежду на стабилизацию отношений между Россией и Европой. Она надеется, что политика не будет вмешиваться в ее простое желание отдохнуть в своем же особняке.